Доброе утро. Утро начинается с приветствия бездомного котика. Он уже здесь, уже поел и чего-то опять просит. Непонятно. В дом боится заходить, но от корма не отказывают. Вот он даже не доел в миске. Вот он такой хороший, красивый котик. А природа... В деревне красота. Все зелено, тепло, теплые дни сейчас стоят. Ну что ты, Васька, пищишь? Вот у нас каштан. Не знаю, будет свисти или нет, он у нас страдалец. У нас горела баня старая, и он очень сильно пострадал. Вроде баня-то... На таком расстоянии, но, видно, такой жар был. У него вся кора полопалась. Я его все смазала, мазала замазкой этой специальной. Смазывала прямо толстым слоем. Ну и ничего, думали, погибнет, но он выжил. И даже цветет иногда. Вот такой красивый каштан. Кукушки кукуют, птички поют. Соловей где-то там распевается. Вообще красота. Яблони еще у нас не цветут. Сливы цветут, а яблони еще нет. Вот спирея зацвела. Такая белая. Бадан цветет. А дуванчика полно. Ой, залезла в это. Обрезала розы вчера. Вот эту вот плетистую. Много сухих веток было. Вот видите, что у нас куркума дуванчик. Буду сегодня косить. Газонокосилкой. Вон чеснок вон там. Картошку посадили вчера еще. Вон. А это у меня пион древовидный. Вот этот куст. И вот этот куст. Этот надо отсюда отсаживать. Он цветет огромными розовыми цветами. С большое блюдце. Но не махровый. Красивый. Давно, много лет ему уже. Вот. Такие вот у нас красоты. Калины вот будут цвести скоро. Елочки растут у соседей большие. У нас тоже вот одна елочка и две, и три сосенки. Вот. Вот. Это вот дрозд полетел. Вот видите, какая песнопение птиц. Красота. Ой, какой аромат нежный. Нельзя, тут пчелки летают. Он гудят. Вон, а пчелка села. Пчелка, ты нектар собираешь? Вот так начинается утро. С такой красоты. Тишина и пение птиц. Всего хорошего. Хорошего всем дня. Хорошего настроения. Пока.